Картини Світлани Іванченко вражають своєю вишуканістю, і справді ми можемо бачити тут дрібну гальку, пісок, мушлі. І сьогодні з задоволенням я вам представляю саму художницю Світлану Іванченко у нашій студії. І принесли ви з собою такі чудові роботи. Це останні роботи, так? Последние работы, которые описывают мое настроение. Последний раз мы с вами встречались в новогодние праздники. Так. Сейчас уже заканчивается весна. Да? И так получилось, что большая часть городского населения была изолирована, да, отстранена. И природа сама проснулась, сама расцвела. А мы, городские жители, ну, большая часть из них наблюдали это из окна. На такую тему родилось мое такое небольшое панно, которое называется «Самоизоляция 2020». А це самоізоляція? Самоізоляція 2020. Чудова робота, да. Просто неймовірна. Подивіться, ось вона тут з таким котиком, який закрив своє око одне, а в інше в щілиночку виглядає, так? Діло в тому, що така філософія, що навіть якщо у тебе 9 життів, не трать их зря, вот поберегись лучше. И ну, здесь мои любимые материалы: кора пробкового дуба жженая, который имеет такой прекрасный цвет черного шоколада, мой любимый ракушняк, янтарь и настоящие кошачьи усы. Я говорю всем, что ни одно животное при сборе этого материала не пострадал. Просто у нас в семье всегда были кошечки. Одна прожила 20 лет с нами, другая 16. И из-за того, что мы жили в квартире, я всегда собирала... Вони періодично губили свої матеріали, я все рівно собирала. І це все можна не викидати, а використовувати в своїх роботах. Неймовірно, просто я завжди дивлюсь, як ви можете дуже гармонійно підбирати матеріали і так само їх використовувати. Тут ми бачимо ось такі фіолетові грони, дуже гарні. Така робота, ну, я не знаю, як вона називається, але виглядає просто так. Ну, ця робота називається «Аромат гліцинії», і вона більш сейчас, понимаете, про наши мечты, что если мимо нас прошла весна, то, может быть, все-таки лето, мы будем любить, мы будем заниматься любимым своим делом, мы, если будем отдыхать, то не на... Ну, не на том отдыхе, которому нас принудили, да, а мы сами будем выбирать. Да, мы будем, у нас будет выбор воплотить наши мечты в жизнь. Поэтому это мечта. Но Новый год я начала именно с работы, которая под названием «Улыбка». Потому что если я свой, скажем, ну, плохое настроение и негатив, и вообще то, что вот с этим коронавирусом, это я выплеснула на этом панно, но если вы видите, то фон, он не монолитный. Есть щели, и мы четко знаем, что это временно. Что это все пройдет, что мы все-таки... Мы звільнимось, так, да. Обов'язково. Мы все это... Так, он объемный дуже, мы бачимо, что котик трошки далі, он может все ж вылезти. Он наблюдает. Так, и своим мордочкою может зруйнувати усі стіни, усі перешкоди. Да. Он вылезе, буде на свободе. Так, дуже точно. Гарні роботи. То вторая работа под названием «Улыбка». Здесь... Понимаете, мы можем разучиться вот в этой негативной эмоции, вот, которая нас сейчас окружает, да, вот повседневность, потому что люди, особенно городские, они в повседневности находятся, и портится настроение, и мы начинаем... Ну вот я себя, да, ловлю на мысли, что я не умею вот так вот уже радоваться и улыбаться открыто. Стараюсь. И здесь более такие яркие краски, это такое как бежевое золото. Да? И белоснежные зубы. Ну, улыбка белоснежная. И голубой свитер. Здесь, почему я говорю, что...
моя техника, мое творчество, оно это вот умение не просто как художник написать. Мне очень много труда идет, чтобы отсортировать, перебрать мой материал. И именно вот вязаный свитер. Вот мне хотелось передать, что это тоже ручная работа. И вот он такой, что вот видно, что вязка, и голубой цвет, и сечка голубого коралла. Кто знаком с моим творчеством, знает, что я не подвергаю дополнительное окрашивание моего материала. Вот это вот он, это природный материал, это природный голубой коралл, это маленькие ракушечки Черного моря, которые создали иллюзию такой шляпы, да, которая соломенная шляпка. Взагалі, я не розумію, як можна було підібрати саме такої довжини, ширини оці камінчики, щоб воно все вляглося сюди і повністю повторило фактуру матеріалу. Ви ж бачите, що це видно, що тут солом'яна шляпа, так? Солом'яний капелюх. Видно, що тут є в'язаний світер, що насправді тут ниточки, і вони там вириваються десь у нас. Ну, насправді, тут видно, що гладенька шерстка у цієї собаки. І ми ж бачимо, що не хутро таке, от так, коли, якщо треба буде таке хутро показати, да, дуже таке пишне. Животне, да, у нього. То ви покажете, я не сумніваюся. Я ще, знаєте, хотіла запитати вас, як вам вдається зробити фактуру тіла? Тут ми бачимо безліч відтінків. Їх настільки багато, що треба зробити на півтони, треба показати об'єм, треба показати усю фактуру цього тіла, так? Ну, я не знаю, тут роботи дуже багато. Це дуже кропотливий труд, тому що мені приходиться перебирати піщинки. От піщинки по оттенам, по тонам, по полутонам. Природа багата, тільки приложи к этому свои усилия, и многие, я вот не спорю, что многие люди занимаются прикладным искусством, и очень многие используют природный материал, морские материалы, но что еще хочу сказать, 2020, вот год, 2020 год, это для меня тоже очень значимая дата. Почему? Потому что мое творчество достигло совершеннолетия. Этот год, это 18 лет, как я занимаюсь своим творчеством. 18 років. Я вас вітаю, пані Світлана. У вас вийшли просто чудові, неймовірні роботи. Вони неповторні, таких ніде більше немає в світі. Ви знаєте, як примінити такий матеріал. Ви художньо його оздоблюєте, використовуєте таку фактуру, так, яка, можливо, не підвладна взагалі. Це треба зробити величезні зусилля, щоб все це відсортувати, щоб перебрати, потім наклеїти, воно ж відпадає, потім знову це все приклеїти. Тобто я собі уявляю просто, наскільки важко це все робити. Ви знаєте, ці зусилля, вони оправдані, тому що це любима робота. Это не такая работа, как из-под палки, да, или это не наемный труд. Это не наемный, это творческий труд. Это труд, который в 2002 году помог мне выйти из такой тяжелой кризисной ситуации. Это был такой для меня тяжелый год, где надо было принимать решение, быть или не быть, брать на себя ответственность. И я, ну, считаю, что я достойно вышла из этой ситуации, хотя это было очень трудно. Ну, вы зараз задоволені, так? Я довольна, и я вот всем советую, всем. Вот сейчас очень тяжело. Почему? Вот это испытание мне легко дается, потому что я была к нему готова. И потому что я знаю, это я уже сейчас знаю,
потому что, ну как, я себя вытаскивала, да, сама себя, но сейчас доступен интернет, сейчас столько всяких тренингов, всяких лекций, вот что нужно делать, когда, как говорится, ты попал в турбулентную ситуацию, как тогда я это вот, мне это подсказывало что-то вот свое, своя интуиция. Сейчас говорится, если вы попали в такую ситуацию, первым делом ищите занятость своих рук. И вот только тогда, вот когда я начала этим, и первое, что я делала, это вот такие сувениры. Сувенирчик – это яйца. Ну, такие интерьерные яйца выходят. Да, это интерьерный сувенир. Его используют и флористы даже в своих композициях. Но для этого мне тоже надо было покопаться, надо было выбрать именно вот такой цветной ракушняк. Он не битый, он омытый морским прибоем. Облащить такие... он ничем не покрытый? Обязательно лаком. Лак. Почему? Потому что вот этот морской налет белый, да, вот когда вот, особенно детки, да, на море приезжают, собирают, ну, такие красивые ракушки, ну, такие красивые камушки, приезжают, думаю, ой, ну такое оно некрасивое, уже такое потускнелое. Да, и родители не додумываются просто взять и покрыть лаком, чтобы опять дети игрались и радовались. А что в серединце там? Ничего, это уже, это настоящее, или гусиное, или утиное яйцо, это содержимое просто выдувается, высушивается и дальше используется. Его можно разбити. Воно може впасти, да, і розбитись. Звиняйте, Фаберже теж желательно не роняти. Вот. Потому що у мене нет нічого искусственного. Звісно, я могла б там что-нибудь. Сейчас продают и из пенопласта, да, вот такие всякие. Но это уже не мое. Это уже пусть другие занимаются. Все лише натуральне. Натуральна деревина, натуральне каміння, натуральний пісочок. Зараз де ви берете матеріали? Сейчас нигде. Оце у вас такі запаси? У мене великі дуже запаси. Для цього ми, в принципі, і поэтому мы перебрались из квартиры, из 10-этажного дома, мы перебрались в частный сектор, чтобы у меня, потому что мы боялись, что обрушится балкон. Сейчас у меня, мне муж построил специальный такой домик, именно с полочками, где уже лежит... Для творчества. Именно для подматериал. Какие-то там более важные хранятся дома, там самоцветы, кораллы, там, а вот уже ракушняк, песок, это уже по полочкам, где какое море. Ну, в основном, конечно, это наши черные Азовские моря, но тем не менее, если мы выбираемся на отдых, если мы едем в какие-то зарубежные поездки, в другие, то это и Красное море, и Средиземное море. Вы сейчас с собой одну машину берете для матеріалів, так? Щоб привезти. Так, не всі країни дозволяють вивозити. На жаль. Навіть Ізраїль зараз. От мені, коли ми були 6 років, по-моєму, назад, ми привезли ракушки. Тогда нас остановили, ну, вернее, как заставили еще раз пройти и открыть багаж, сказать, что это такое. Подумали, печенье, я говорю, нет, это ракушки. Зачем ракушки? И тогда мужу пришлось рассказать, что вот жена художник, побежал, принес мою портфолио. Девочки почему-то улыбались, вот, смеялись и пропустили, пожелали. Бачите, вот то сейчас это запрещено. Все. Все, наконец-то и до них дошло, что это их достояние, они не разрешают. Даже у меня есть подруга, она из Израиля, она сама врач, но находит вот такие камушки, вот омытые вот прибоями, они вот какие-то, и она видит в них там каких-то человечков, каких-то, и вот уже вырисовывает, вот у нее коллекция,
И на нее уже начали вот зеленые, ай-яй-яй, так нельзя, что ж ты делаешь, ты ж портишь это. И они не поняли, что вообще-то это творчество, это творчество, выражение творчества, но вот уже зеленые ей погрозили, что так делать нельзя. Ну, можливо, багато людей просто збирають, якщо всі будуть відвозити, то що ж там залишиться? Звичайно, що хочеться, щоб в тій країні все це залишалось, але ж є ще можливість, і в нас багато ще піску, і на ваші роботи, я так сподіваюся, вистачить, тим більше ви скільки всього вже зібрали. Ну, да, ще буде можливість працювати. Це не той пісок, який розоряє природу, це не строїтельний у мене. Ну, звичайно, звичайно, так. Скільки тут його? Треба ж розуміти, для чого людина використовує, для чого їй потрібні ті чи інші матеріали. Тим більше, якщо вам доводиться стільки часу проводити, щоб відібрати саме те, що вам потрібно, вам же не все підходить, не увесь пісок можна збирати і привозити додому. І ви ж розумієте, мабуть, які матеріали вам знадобляться, а які, можливо, взагалі краще не чіпати. Так? Звісно. Тут вже, насправді, такий процес запущений і тепер ви просто працюєте над творчістю, над тим, щоб донести свою ідею. А ідей з'являється у вас багато. Ось такі три роботи, це буквально от за скільки часу? Так, це за півроку у вас навіть менше часу, ну, так пішло? Діло в тому, що за год я можу зробити, ну, хороших вот картин или больших панно не больше 5. Вот потому что это я не могу работать как ну, как так, сказать, як потрібно, так? Тобто це тільки вот натхнення. Да. Натхнення. Не можу бути ремесленником. Звичайно, творча людина лише такою є. Даже, дело в том, что даже когда нет у меня заказов, я все равно должна работать. Это когда в детстве я была вхожа в семью ялтинского художника-живописца Сергея Бакаева, и иногда, ну, оставалось у них ночевать, это с удовольствием, я дружила с дочкой, тоже Светой, художницей. И рано утром Сергей Иванович уже в 7 утра, он уже в мастерской. Я говорю, ну как, ну ему же не надо идти на работу, ну вот, вот почему? Я это тянуло. Удивляла, почему ему не спится, почему он? И он же для себя работает. Нет, вот свою технику не потерять, усовершенствовать, на это нужно время. Так же у меня. Я работаю, ну не скажу, что каждый день. Но если вот уже пошла тема, если вот у меня, то это, конечно, уже 12-часовий рабочий день, може бути точно. Пані Світлано, ну хочеться побажати вам лише сил, наснаги, більше здоров'я і творчості для того, щоб все це можна було втілити у своє життя. І з задоволенням будемо чекати на нові ваші роботи, на вас у нашій студії, тому що справді ви є прикрасою, і ваші роботи, звичайно, хочеться на них дивитись довго і розглядати кожен камінчик. Тому ще раз вітаю вас з таким 18-річчям вашої творчості, і дуже хочеться, щоб ви і далі плідно працювали. Спасибо большое. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.